Всем привет! Сейчас мы с вами разберем причины, которые вызывают одышку у попугаев и птиц. В первую очередь, одышка может возникать из-за проблем с дыхательной системой. Во вторую очередь, может возникать из-за проблем с сердечно-сосудистой системой. Далее, может возникать из-за увеличенной брюшной полости или же возникновения новообразований в брюшной полости. Также является причиной одышки малая подвижность птицы, когда не работает дыхательная система в полную силу и не прокачивается сердце тоже в полную силу. Ну и плюс стресс может быть причиной одышки. Это основные причины, которые могут вызывать одышку птицу.